Эксклюзивные материалы ЧП в Твери. В четверг около 16 часов произошел крупный пожар в Пролетарском районе города. Черный дым был виден из разных точек областного центра. Возгорание зафиксировано на Тверском предприятии «Фабрика деревянных изделий». Наша съемочная группа работала на месте пожара. Клубы черного дыма появились в небе Пролетарского района в четверг во второй половине дня. Возгорание на фабрике деревянных изделий началось около 16 часов. На место быстро стянулись спасатели. Сейчас здесь уже приехала скорая помощь, медики. Они готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По предварительным данным, загорелся блок хранения опилок. Его регулярно очищают, но в этот раз что-то пошло не по плану. Одним из первых возгорания увидел охранник предприятия, который дежурил на входе на территорию. Я слышал по рации, услышал, что пожар начался. Пожарников пал-пал. Вы приехали? Да. Михаил и Виктория работают на соседнем с фабрикой предприятии. Молодые люди рассказывают, что всегда все в опилках, дышать невозможно. Да к тому же это очень опасно, как показало сегодняшнее происшествие. Все усыпано опилками. Когда загружается, приезжают машины, очень ветер раздувает эти опилки по сторонам. Оно засыпает все машины вокруг. Вот все вот сюда до ворот, вся территория, все засыпается. Дышать этим невозможно, когда оно летит, соответственно, воздух. Да, мы закрываем окна и включаем кондиционер, хотя бы чтобы для аллергиков. Вообще невозможно, но оно как бы сразу все душит. Причины возгорания пока неизвестны, также информации о пострадавших на этот час нет. Другие подробности мы расскажем в следующих выпусках новостей.